На черном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Черными буквами надпись. Лекция Ирины Кулик из цикла «Несимметричные подобия в музее «Гараж». Гюнтер Брус, Джань Хуань. Часть первая. Добрый день. Ну, сегодня у нас как бы продолжение жанра арт-хоррора. Вам придется еще потерпеть одну лекцию. Один из героев нашей лекции — это еще как бы соратник Германа Ницше по венскому акционизму Гюнтер Брус, и продолжавший на свой лад, опять-таки, живопись действия как действие. Гюнтер Брус, наверное, первый художник, который стал использовать свое тело как именно тело, не свою личность, не свою индивидуальную мифологию, а именно свое тело как материал и инструмент искусства. И в пару к нему современный китайский художник Джань Хуань, одна из международных звезд современного искусства родом из Китая, художник не менее, наверное, знаменитый, чем Сай Гарцан, на котором была у нас одна из лекций, также начинавший с такого весьма радикального перформанс-арта, и также, как и Гюнтер Брус, пришедший в конце концов к вот этот свой опыт перформера, конвертировавший в другие формы искусства. Это очень интересный переход, потому что что делать после перформанса, потому что что делать художнику, начинавшему с перформанса, потому что художников, которые всю свою артистическую карьеру занимаются перформансом, очень мало. У Вита Акончи, один из родоначальников и патриархов перформанс-арта и видео, о котором у нас будет одна из следующих лекций, говорил, что перформанс — это вообще искусство, которым нельзя заниматься всю жизнь, что перформансом ты занимаешься, пока ты ищешь себя. А потом ты понимаешь, что тебя больше интересует, если тебя интересуют какие-то там пластические задачи, пространства. Ты идешь и занимаешься архитектурой или инсталляцией, если тебя интересует психология, ты идешь и ставишь спектакль или снимаешь мейнстримное кино. И поэтому действительно художников, которые занимаются перформансом всю свою карьеру, ну вот буквально Герман Ницше и Марина Абрамович, да, практически больше никого. И там, ну, если говорить про наших художников, группа «Коллективные действия», это очень редкие исключения. 35 лет, 40 лет заниматься только перформансом. И то, как герои нашей сегодняшней лекции, что они стали делать после перформанса, как они этот свой опыт перформеров использовали дальше, это тоже, наверное, то, что их сближает. Хотя вот Гюнтер Брус известен именно своими перформансами, прежде всего, или, вернее, фотосессиями этих перформансов. А Джань Хуань после перформанса еще придумал бесконечное количество новых форм искусства и форм самовыражения. Ну, собственно, первый наш герой Гюнтер Брус, австрийский художник, получивший традиционное художественное образование. Он учился на коммерческого рисовальщика рекламного и получил после обучения в Вене, отслужил в армии, и после этой службы в армии стала для него невероятным причиной психологического кризиса, депрессии, после которой он понял, что традиционным искусством он заниматься не может. Первые его опыты в живописи были, опять-таки, вот такие варианты живописи действия. Картина Гюнтера Бруса «Без названия», 1960 год. На вертикально ориентированном холсте на сером фоне черной краской нарисовано множество разнородных, разнонаправленных клякс и мазков. Они не имеют четких контуров. Есть ощущение брызг, оставшихся от кисти с краской. Того, что в европейском искусстве называлось информель, не живопись без формы, ташизм, живопись пятнами, да, ну, такие вот все, что продолжает изначальный жест Джексона Поллока, живописи действия. Но и в какой-то момент, но если для Поллока живопись действия была, ну, даже не столько для самого Поллока, сколько для того, как осталось его, как его интерпретировали после его смерти, что это выражение абсолютной свободы художника в современном демократическом мире, поэтому живопись Поллока использовали в том числе и как такой аргумент в
пропаганде американской, поэтому его живопись привозили, например, в Москву на выставку, на американскую выставку в Сокольниках, чтобы продемонстрировать этот абсолютный символ абсолютной творческой свободы. Для австрийских художников поколения Гюнтера Брюса, для его соратников по венскому акционизму, вот эта самая свобода творчества оставалась чем-то абсолютно недостижимым в очень консервативном ханжеском, пуританском австрийском обществе буржуазном, которое, в отличие от Германии, не изжило вот эту травму фашизма, там не было открытости, той открытости к современному искусству, которое случилось в Германии, там как бы этот опыт замалчивался, и эта вина и стыд не были так публично изжиты, как это происходило в Германии. Поэтому для австрийских художников, для венских акционистов одной из тем центральных становится именно невозможность свободы, невозможность заниматься искусством в том обществе, в той ситуации, в которой они оказались. И когда Гюнтер Брюс делает свою первую акцию, документация, которая не сохранилась, он, собственно говоря, делает акцию о невозможности живописи, о невозможности заниматься живописью. Акция эта была буквально подпольная, проходила она в подвале галереи Йозефа Дворака, это был такой покровительствующий, собственно, венским акционистам галерист, для которого галерея была, собственно, его хобби, а по своей первой специальности он был психоаналитиком, и Ницше о нем рассказывал, что он был очень хорошим психоаналитиком, но очень плохим галеристом, и как-то художники, в общем, от него никаких благ материальных не получали, но тем не менее он им давал площадку. И в этой галерее Гюнтер Брюс делает свою первую акцию, которая называлась, во время которой он выстраивает лабиринт, инсталляцию «Лабиринт», потому что для него было очень важно как бы осознание того, что живопись, картина, даже абстрактная картина, больше не может быть формы, единственно возможной формой выражения художественного, потому что живопись должна выйти за пределы холста, что живопись должна быть не перед нами, а вокруг нас, ну, что, собственно, вполне себе продолжает идея Поллока, но и для того, чтобы реализовать эту ситуацию, в которой ты оказываешься внутри живописи, живопись окружает тебя со всех сторон, он выстраивает своего рода инсталляцию, можно сказать, он затягивает все стены этих подвальных помещений подобием холста, развешивает там рулоны оберточной бумаги и начинает писать по всем этом пространстве, в котором нет центра, в котором невозможна традиционная композиция живописная, в котором возможна только декомпозиция живописи, которой он занимается. И писать он начинает всем своим телом, потому что с самого начала он пишет, что мне всегда казалось очень странным, почему мы пишем только одной рукой. Но я понимаю, что можно, что довольно сложно технически писать головой или писать животом, или писать задницей. Но почему нельзя писать сразу двумя руками? И вот эту самую идею писать всем своим телом он пытается реализовать в этом пространстве. При этом руки у него были связаны в буквальном смысле этого слова. И что, конечно, жест абсолютно символический. Это художник, который не в состоянии писать, у которого связаны руки, и поэтому он создавал живопись всем своим телом, катаясь по этим холстам и по этой бумаге, расстеленной в галерее. И эта идея живописи действия, которая у него появляется, то есть живопись действия, это живопись как выражение невозможности творить, невозможности создавать произведение и невозможности создать вот этот самый шедевр, который ждут от художника, невозможно заниматься традиционным искусством. То искусство, которое создают венские акционисты, называется искусство прямого действия. Собственно, венский акционизм – это более поздний и не авторский термин. Сами они себя называли искусством прямого действия, прямым искусством. И идея этого искусства прямого действия была, ну, в общем, такая общая для всего 20 века, можно сказать, идея, что искусство должно не репрезентировать реальность, а быть с этой реальностью. И что все традиционные виды искусства в таком виде, в каком они существовали в Австрии того времени, абсолютно утратили свою способность анализировать реальность, будь это театр, будь это живопись, будь это фотография. И поэтому нужно создать вот это вот прямое искусство, которое уже не пытается репрезентировать или анализировать реальность, а которое является самой реальностью. И в этом искусстве прямого действия, собственно говоря, материалом оказывается тело художника. Сам художник оказывается уже не мастером, а материалом. Причем материалом, как пишет Гюнтер Брюс, материалом
что он всем своим телом, визжащим, хлюпающим, задыхающимся, кричащим, барахтается в материальности, барахтается в этой самой реальности. И вот это вот и должно быть смыслом этого прямого искусства, искусства прямого действия. Свою первую акцию Брюс делает в 64-м году, называется, делает ее по наущению, по содобрению еще одного участника группы венских акционистов Отто Мюлле, про которого мы, может быть, поговорим в следующем сезоне наших лекций. И в этой акции участвует также жена его, Анна. И начинается эта акция, вот опять-таки, с этого состояния беспомощного человека. Художник лежит в абсолютно затянутом, абсолютно белым холстом помещении. Сам он замотан в этот самый... в ткань, которая считывается как бинты, которая считывается, опять-таки, как холст. И начало этой акции, этой репрезентации, собственно говоря, вот его такой абсолютной бессильности, что он и постепенно, довольно долго пролежав в этом состоянии, часть этого белого холста, в которую превратилось пространство акции, он постепенно выпутывался из этих самых бинтов, которые так... вполне в эстетике фильма ужасов на нем разматывались. И действительно, вот эта эстетика фильма ужасов, это, может быть, не то, о чем первое, о чем говорили венские акционисты, но то, что, несомненно, приходит в голову, потому что это иконография самых классических довоенных еще хорроров, это иконография фильма «Мумия». И я думаю, что в большей степени, может быть, иконография фильма «Франкенштейн». И почему это Франкенштейн, чудовище Франкенштейна здесь важно, мы, наверное, к этому потом вернемся. И постепенно он, как бы выпутываясь из этих бинтов, из этих пеленок, он получал возможность действовать, и тогда он начинал расписывать свою жену, превращая ее в живую картину, в живое произведение искусства. И потом, как бы, эта акция не имела четкого сценария, и художник оказался несколько смущенным тем, что во время этой акции произошел такой почти поединок двух фотографов, которые пытались эту акцию снимать, и как бы дрались за более выгодные точки зрения, поэтому это как бы немножко начал импровизировать и полез на эту самую стремянку. У него был какой-то долгий, сложный процесс, вот уже расписывание не только своей жены, но и расписывание, покрытие краской всего пространства этой самой комнаты. И сейчас мы, если можно, первое видео посмотрим, это видеодокумент. Как бы это не видеодокументация, это фильм, снятый по этой акции. Фильм как самостоятельное произведение искусства. Покажите, пожалуйста, первое видео. На белом фоне черная надпись. 8/64. Гюнтер Брус. Анна. Видео представляет собой последовательность очень быстро и резко сменяющих друг друга кадров. Из-за частой смены кадров не сразу удается понять, что происходит. Видны фрагменты человеческих тел, испачканных жидкостью, напоминающие кровь, бинты. В кадре появляется художник, полностью облитый белой краской. Обнаженная женщина с короткими темными волосами тоже полностью облита белой краской. Она сидит на вершине стремянки. На женщине и на художнике появляются пятна черной краски. На белых стенах проявляются брызги черной краски, черные разводы и линии. Изображение медицинских инструментов, велосипедных колес и полностью испачканных темной краской мужчины и женщины сменяют друг друга. В комнате, где проходит акция, на белом столе стоит белая посуда и лежит раскрытая книга. На них также появляются темные брызги. Почти полностью покрытый темной краской художник курит и совершает какие-то действия с велосипедом. Велосипед валяется рядом со столом. На экране крупным планом появляются детали этого велосипеда. На белых стенах все больше темных брызг, разводов, линий. Художник и женщина, участвующая в акции, наносят их на стены резкими движениями, периодически забираясь на стремянку. Постепенно белые стены и потолок становятся заполненными хаотичными абстрактными пятнами и линиями. На отдельных кадрах мы видим фрагменты этих линий и пятен.
Как вы видели, это фильм, который очень сложно назвать страшным, да, это фильм, в котором нету физиологии, физиология абсолютно снята, пока что это фильм не про тело, а про живопись, и то, что отличает Гюнтера Брюса от американских акционистов, например, от Брюса Наумана, да, о котором мы говорили, Брюс Науман идет от исследования, или Криса Бертона, они идут все-таки от скульптуры, от исследования пространства, а Гюнтер Брюс идет от живописи, и, собственно говоря, этот очень эстетский, очень формалистический фильм, снятый Куртом Креном, постоянным соавтором и, собственно, участником группы венских акционистов, которым необходим был свой кинематографист, потому что это не акция, это не документация, это действительно абсолютно самостоятельное кинопроизведение, снятое в эстетике принципиально немое, принципиально черно-белое, снятое в эстетике, напоминающей, наверное, экспериментальные фильмы 10-20-х годов. Это как раз история про то, что все эти действия, все эти тела, все это растворяется вот в этом самом тотальном живописном пространстве, которое и к которому стремится выйти художник, создать тотальное живописное пространство, в котором и он сам, и его жена, и партнерша становятся элементами этой самой живописной стихии. Пока что ему нужна партнерша, ему нужна, в данном случае, его жена, которую он расписывает, здесь он, наверное, продолжает историю Ива Кляйна, которому нужны были живые кисти, только здесь он сам скорее оказывается этой живой кистью, а его жена и партнерша оказывается холстом, на котором он рисует, вот это самое растворение в акте творчества. Но и тоже то, что важно, что как бы во всех своих акциях все его акции идут от рисунка, они имеют в качестве основы не сценарий, а эскиз. И вот все 60-е годы, все время, когда он делал свои первые акции, он создавал для них вот такие вот графические листы, которые выглядят вполне самостоятельной, да, самоценной графикой. Рисунок Гюнтера Бруса без названия. На переднем плане вертикально ориентированного белого холста черными линиями нарисована фигура, возможно, человеческая. Руки фигуры прижаты к телу. Очертания фигуры округлые, без деталей, словно фигура замотана в простыню. От фигуры исходит несколько черных диагональных линий, напоминая веревки, которые тянут тело в разных направлениях. На втором плане слева другая фигура, которая вырисована менее детально и представляет собой череду штрихов. Рисунок выполнен черными линиями и напоминает набросок. Где сразу понятно, все традиции живописные, изобразительные, от которых он исходит, это символизм, это Эгон Шиле, который был его любимым художником, это сюрреалисты французские, это Кубин, да, наверное, вот такая совсем символистское визионерское искусство рубежа веков. И вот этот самый живописный, как бы графический визуальный сценарий, который он реализует и который всегда здесь есть, для Гюнтер Брюс очень важен, и этот сценарий всегда будет оставаться, его акции всегда будут фактом визуального искусства, всегда будут фактом изобразительного искусства, всегда будут идти от живописи. Но в какой-то момент вот эта невозможность создавать живопись, быть художником и создавать живопись, заставляет его сделать следующий шаг. Если в первой своей акции он расписывает свою жену, то в следующих его акциях он сам становится уже материалом своего искусства. Его акция 64-го года, серия акций и серия фотосессий называется «Саморасписывание». Фотодокументация акции Гюнтера Бруса «Саморасписывание», 1964 год. Вертикально ориентированная черно-белая фотография. Это портрет художника Гюнтера Бруса. Это белый мужчина, примерно 25 лет, его голова побрита наголо, на нем белая рубашка. Его лицо полностью покрыто белой краской, глаза закрыты. Лицо посередине от макушки до конца шеи разделено трещиной, нарисованной черной краской. Он стоит на фоне белой стены. Слева к стене прикреплен маленький черный нож сомелье. Из ножа торчит штопор на уровне уха Бруса. Лезвие ножа смотрит вверх.
Справа от него прикреплен ножик больше предыдущего. Его рукоятка светлого цвета, лезвие опущено вниз. И здесь, наверное, очень, собственно, хорошо и уместно звучит русское слово «живопись». Вот это вот живое письмо, оживающее письмо, оживающий рисунок. И вот эта самая живая живопись, в таком буквальном смысле слова, которое он занимается, абсолютно трансформирует те роли, то представление о художнике, которое было даже в живописи действия такого полоковского толка, где всегда был художник, совершал некий героический, в общем, агрессивный жест, направленный на холст, направленный жест властный, направленный на, вот эти, на то, что живые кисти, которыми управлял Ив Кляйн, жест достаточно садистический, да, что всегда в живописи действия было заложено. Можно еще вспомнить такого итальянского начальника искусства жеста, искусства действия, Лучи Фонтана, который вспарывал холсты как в качестве художественного жеста создания произведения. У Гюнтера Брюса эта агрессия уходит, эта агрессия направляется на него самого. Он сам становится такой собственным материалом, собственным произведением и собственной жертвой. И возникает вот эта серия саморасписывания, живописи, в которой он превращается, в которой очень двояко можно читать. Это и история, как бы превращение себя в произведение искусства, и история оживающего произведения искусства. В общем, это довольно классический сюжет, да, сюжет про Горгону, которая превращает своим взглядом в статую, и сюжет про Пигмалиона, который желает оживить статую. И вот этот процесс, который, собственно, непонятный, что здесь происходит, это оживающая статуя, это оживающее произведение искусства, или это живой человек, который стремится превратить себя в это произведение искусства, это, собственно, сюжет этих самых тоже очень красивых и сложно снятых постановочных фотографий, постановочных кадров, в которых, опять, в которых есть две истории. Во второй серии есть немножко, может быть, более отчетливая история, что это художник вылупляется как бы из этого произведения. Это холст, как, из которого вылезает вот это живое существо, это некая статуя, которая оживает, но при этом это оживление выглядит достаточно мучительной процедурой, это некий эксперимент, это почти как оживающий, вот этот самый оживающий монстр Франкенштейна, который вылезает из этих бинтов, да, и эстетика, вот та самая эстетика фильма ужасов, которая здесь очень важна, и которая, конечно, здесь имелось в виду, наверное, художником. И следующая за саморасписыванием акция, которую делает Гюнтер Брюс, это, наверное, такой первый публичный перформанс, который происходит в Вене в 65 году. Это называется он «Венская прогулка», когда он вот в таком вот виде, покрытый белой краской, с этой черной полосой, которая проходит через все его тело, как нарисованный, как бы намекающий на то, что это идеальная белая оболочка, это скорлупа, того, готова развалиться, да, готова треснуть, скажем, такая трещина, он решает прогуляться по туристическому центру Вены. И первое место, в которое он посещает, это площадь героев, площадь, у которой была достаточно, во-первых, ну, такая официальная имперская Венская площадь, и площадь, у которой была довольно печальная, так сказать, дурная слава, потому что это площадь, на которой Гитлер читал свою победную речь после аннексии Австрии. И площадь героев – это идеальное название для этой акции, потому что, собственно, сама этот персонаж, который появляющийся на этой площади, конечно, читается как вот эта самая статуя героя, да, это белая античная статуя. Это вот тот самый герой, который приходит на площадь героев, но это статуя поврежденная, это статуя, через которую идет трещина, это статуя, которая того и гляди развалится, и еще это такой, как бы, в экспрессионистской, может быть, традиции, такой памятник неизвестному герою, памятник искалеченному герою войны, и вот эти все, действительно, это такой герой, который приходит на эту площадь. Очень интересно, что и важно, что не только съемки черно-белые, не только фотографии черно-белые, черно-белые здесь – это выбор. Сама, он действительно был покрыт белой краской, вот эта полоса, которая через него проходит, это не красная полоса, это не кровь, это именно черная краска, которая
рассекает трещину по этой идее, как бы мраморную, беломраморную поверхность, беломраморную статую. И акция, естественно, была немедленно прервана полицией. Это была первая акция, которая проходила в этом самом государстве, совершенно не готовом принять современное искусство, в таких формах его арестовали, выписали ему штраф, в общем, как бы все это прекратилось. Естественно, этот инцидент с полицией вошел в официальную съемку, в официальную документацию акции и добавил ему статус жертвы, вот это самое, героя жертвы, в которой он и вот это ощущение героизма и жертвенности, которое должна, видимо, была создать эта акция, помимо чисто ее, опять-таки, пластических и живописных качеств, потому что Гюнтер Брюс, может быть, самый, наверное, формалистический, самый эстетский из всех артистов, художников, занимавшихся перформансом, и, наверное, самый эстетский из всех венских акционистов, в том числе вот в этой своей привязанности к черно-белому. И следующая серия, которая возникает после саморасписывания, это очень похожая эстетика, но меняется название, появляется название самоистязания, самокалечения, сам момент превращение себя в произведение искусства оказывается актом некой вивисекции, да? Превращение в произведение искусства или наоборот оживление произведения искусства – это жест, это мучение, это некая операция, которую надо над собой произвести, это некий эксперимент, это некая странная процедура из фильма ужасов, которая, в общем, и происходит на протяжении этих самых акций, которые, опять-таки, очень красиво и очень нефизиологично при всем этом задокументированных. Работа Гюнтера Брюса «Самоистязание», 1965 год. На белом полу на животе лежит человек, Гюнтер Брюс. Волосы и рубашка Гюнтера испачканы белой краской. Левая рука согнута, локоть отставлен в сторону, ладонь прижата к полу и находится близко к голове. Правая рука тоже согнута. Правой кисти руки не видно. Она словно отрублена. На небольшом расстоянии от правой руки художника лежит искусственная кисть. Возле головы художника еще одна искусственная кисть руки с согнутыми пальцами. Чуть выше левой руки Гюнтера стоит белая алюминиевая тарелка, а в ней ножницы и циркуль. Это действительно история про оживающие статуи, про скульптуру, про вот это тело, которое непонятно, живое оно или нет, и поэтому можно его искалечить или нельзя. И еще одно видео довольно длинное, черно-белое, и, может быть, у кого-то способное вызвать чувство страха. Мы сейчас еще посмотрим. Пожалуйста, второе видео. На белом экране черная надпись. 10/65. Гюнтер Брюс. В комнате с белым полом и стенами художник Гюнтер Брюс, замотанный в бинты. Он лежит на полу, на животе, раскинув руки, глаза закрыты. Рядом с ним на полу лежат хирургические инструменты, скальпели, ножницы. Вдоль его тела тянется полоса темной краски, напоминающая кровь. Рядом с головой художника предметы, похожие на две черные кочерги. На полу валяется черный штопор. Художник открывает глаза и начинает кричать. Его лицо искажено, как если бы он испытывал чудовищную боль. По полу разлита светлая, густая, тягучая жидкость, похожая на глину или клей. Голова художника облита этой жидкостью, он размазывает ее по лицу, облизывает руки, которые также перепачканы этой субстанцией. Из-за того, что она очень густая, когда художник пытается убрать ее с лица, кажется, что он срывает с себя кожу. На полу рядом с художником лежит гипсовая скульптура, имитирующая оторванную стопу ноги по щиколотку. По скульптуре и вдоль тела художника тянется длинная черная линия, словно разрезающая тело на две половины. Художник тяжело дышит. На экране крупные планы головы художника, залитого густой белой жидкостью. Кадры лица перемежаются с кадрами медицинских инструментов на полу.
По полу комнаты разбросано большое количество медицинских инструментов. Стоит тарелка, на которой лежат металлические ножницы. Валяются провода. На белой тарелке лежит что-то, напоминающее черные волосы. Они лежат рядом с телом художника, по бокам от него. Тело извивается. Вдоль руки художника лежит несколько лезвий. На некоторых кадрах тело художника покрыто черными кругами, на других полностью белое. Лезвия лежат прямо на лице художника, на лбу, на щеках. На покрытом белой краске лице художника черные тонкие полосы, напоминающие порезы или царапины. На левом ухе 3 прищепки. Художник проводит ножом вдоль лица, как будто собираясь сделать надрез. Художник то и дело подносит ножницы и бритву к лицу, к открытому рту, глазам. Художник разжимает рот медицинскими щипцами. Он открывает и закрывает ножницы в нескольких миллиметрах от своих глаз. Художник зажимает опущенным веком зажженную сигарету. Его лицо с комками краски на нем похоже на изуродованную статую. Он разжимает себе веки медицинскими щипцами. Сигарета в ухе, глаза зажмурены, рот открыт и выглядит беззубым. На следующем кадре художник дымит сигаретой во рту. Повторяются кадры с ножом, щипцами, темной полосой, похожей на порез. В отличие от акции Германа Ницше, здесь нету настоящей крови, здесь нету пока что самоистязания, здесь на самом деле абсолютно нету вот этой самой физиологии, это абсолютно спецэффект, это абсолютно условное черно-белое кино, где есть использование себя как материала, и где тоже удивительным образом нету, ну, использовать себя как материала, но не себя как личности. Наоборот, Гюнтер Брюс не рассказывает свою биографию, это акции, в которых нету автобиографии, в которых нету предъявления себя вместо произведения. Здесь, наоборот, есть как бы некое самостирание. Это художник, и есть существо, которое абсолютно анонимно, мы не знаем, как он выглядит, мы не знаем, какое у него лицо, мы не знаем, что это такое. Существо, которое находится в такой мучительной промежуточной стадии между, собственно говоря, творцом и его творением. Это создание, это вот то, что... Это крича, да, как монстр Франкенштейна, который пытается выбраться из этой недовоплощенности, то ли создать себя, то ли получить это самое тело. Это пока еще не про телесность, это про попытку обрести тело, про попытку воплощения, про попытку материализации. И это история о воплощении, о том, что тело – это не то, что можно использовать в работе, пока что не то, что может быть материалом, а то, что как бы для обретение тела как смысл этих акций, наверное, будет
сюжетом первых, самых первых акций Гюнтера Брюса. Сам он писал в своих манифестах, что мое тело – это намерение, мое тело – это действие, мое тело – это результат. И можно сказать, что это на разных этапах пока что это намерение и действие. И сюжет оживления будет происходить, это оживление этого существа недовоплощенного, также будет сюжетом акции переливания крови, которая это очень редкий случай, когда речь идет о цветной фотосъемке, о цветной документации акции, которых у Гюнтера Брюса появляются очень редко, где есть партнерша, видимо, его жена, и где есть он сам, в виде вот этой самой бескровной белой фигуры, белой статуи, которая должна, видимо, ожить и стать живым, обрести тело, обрести кровь за счет вот этого самого акта переливания крови. Работа Гюнтера Бруса «Переливание крови». Цветная, почти квадратная фотография. Помещение со светлыми стенами. На переднем плане мы видим выкрашенное в белую краску тело Гюнтера Бруса. Он закинул голову назад и облокотился на кровать. На кровати, похожей на больничную койку, ногами к зрителю лежит обнаженная женщина. Тело женщины выкрашено в желтую краску, волосы на лобке в красную. Голова художника лежит между ног женщины, ее ноги широко раскинуты, он сидит спиной к ее гениталиям. Изо рта и носа Гюнтера вверх идут тонкие трубочки, по которым, видимо, идет кровь от его партнерши по акции. Создается впечатление, что кровь как бы переливается от нее к нему через ее гениталии. Некая операция, некого эксперимента, который имитируется в этом самом перформансе, опять-таки, который, где, как вы видите, есть только краска, где есть только очень изощренная бутафория, и где мы по-прежнему остаемся в поле живописи, в поле визуального искусства. Это поле живописи, которое всегда, как бы не будет отпускать Гюнтера Брюса, который опять-таки писал, что я всю жизнь пытался заниматься антиискусством, не искусством, но у меня каждый раз это не получалось. Вот это вот выйти за пределы искусства, но он все время остается в этом поле искусства, в этом поле, в общем, эстетства и формализма, от которого он никогда не отказывался. А во второй половине 60-х все-таки, наверное, ему удается выйти, обрести тело, выйти вот из этого живописного пространства, и акция его становится, наверное, именно в этот момент становится уже исследованием его самого, исследованием его как личности. Это не некое абстрактное творение, которое между художником и произведением, это уже именно этот человек, Гюнтер Брюс, который с его биографией, с его жизнью, который следует себя, который следует свое собственное тело, и который следует его через мучение, через причинение себе боли. В этот момент боль становится настоящей, и тело это становится, как бы, там есть еще одна тоже очень эстетская фотосессия, да, скорее, чем акция, про тоже про эту невозможность живописи, про невозможность быть художником, про отказ от живописи, потому что здесь именно рука, именно инструмент живописца, вот та самая одна рука, которой принято писать картину, становится объектом разрушения, становится объектом неких мутаций, которые происходят. И вот после этого самого отказа от живописи, который абсолютного превращения себя в объект искусства, а не в инструмент искусства, появляется, собственно, история. Да, и еще одна очень важная акция, извините, я немножко забежала вперед, которая происходит в 68 году. Это такая последняя, может быть, акция из серии акций живописных и акций эстетских. Акция Гюнтера Бруса под названием «Акция с Дианой», 1968 год. На экране две расположенные друг над другом черно-белые фотографии. На верхней фотографии изображен младенец и Гюнтер Брус. В самом углу белой комнаты на коленях сидит Гюнтер Брус. Он полностью покрашен в белую краску. Голова и руки его лежат на полу. Он как бы в позе молитвы. Правее художника на переднем плане младенец. Он лежит на животе на белом покрывале, лицом повернут к зрителю. На нижней фотографии та же белая комната. Брус слева и младенец справа лежат в одинаковой позе, на животе лицом к зрителю. Их руки и ноги расставлены, голова поднята. Они оба смотрят в камеру. Все тело Гюнтера, кроме глаз, покрыто белой краской. На полу нарисованы темные черточки и точки.
Рядом валяются детские погремушки. Слева от Гюнтера лежат два куриных яйца и тарелка с чем-то темным, похожим на краску, внутри. Рядом с тарелкой стакан и отвертка. Это акции, в которых Гюнтер Брюс задействует свою дочку новорожденную. Акция, в которой, как считается, он пытается пережить этот опыт, который не дан мужчине, опыт деторождения. Но, наверное, скорее, в общем, судя по этой фотосессии, скорее пытается себя почувствовать таким же новорожденным, таким же беспомощным, таким же и таким же еще не сформировавшимся. У него точно так же, как у этой крошечной девочки, и он такой же белый лист. Он также еще не стал кем-то. Он также нейтрален, как она. Он также также беспомощен. Вот это ощущение беспомощности этого существа, которое еще должно получить свой облик окончательно, должно обрести себя, оно в этой фотосессии очень, видимо, в этой акции, ее документации очень пронзительно присутствует. И в том же 68-м году происходит, наверное, самая скандальная, самая экстремальная акция, которую делает Гюнтер Брюс, совершенно не похожая на эти его фотосессии. Это фестиваль, который проходит в Вене, это называется «Искусство и революция», в котором участвуют все его коллеги по венскому акционизму. И это акция, во время которой он публично испражняется, мочится, выпивает свою мочу, режет себя бритвой, анонирует, и все это делает под исполнение австрийского гимна. Что ему стоило 6 месяцев заключения? Его посадили за оскорбление национальных символов, его судили, и после этого, по-моему, все эти 6 месяцев он не отсидел, после этого он, по-моему, эмигрировал в Берлин, который был более, так сказать, терпим к современному искусству по вышеизложенным причинам, о которых мы уже говорили. И в Берлине он делает акцию, которая называется «Самоанализ, исследование себя гражданина Гюнтера Брюса». И вот как бы на смену вот этому существу без имени, недовоплощенному, появляется совершенно другой персонаж, появляется не просто человек, которого зовут Гюнтер Брюс, но он еще как бы не частное лицо, он гражданин. И то насилие и унижение, которое он причиняет себе, которое он переживает, это то насилие, которое нельзя, даже не то унижение, которому может подвергнуться частное лицо, это то унижение, которому может подвергнуться гражданин, которому тебя может подвергнуть государство. И как бы, это предельно неприятная акция, в которой это тело уже появляется, в котором уже не идет речь о произведении искусства, не идет речь об ожившей живописи. Все, живопись ожила, живопись вышла из холста, живопись получила тело, живопись как бы человек, это существо, которое, это создание, которое выпутывалось из бинтов, которое вылезало из этой краски, абсолютно воплотилось. Это действительно вот этот реальный человек, Гюнтер Брюс. Но это тело, которое он получил, эта личность, это физическое присутствие оказалось омерзительным, потому что это то тело, которое не допускается государством, это то тело, которое репрессировано, особенно в государстве, пережившем фашизм и совершенно не собиравшемся как бы особенно в этом раскаиваться. Это то, как бы, где есть идеальное, вот это, да, идеальное фашистское тело, тело масс, тело героев, и то тело, как бы частное тело с его болью, с его стыдом, с его желаниями, с его телесными выделениями, которое неполноценное. Это то тело, которое обречено на концлагерь. И именно вот это вот тело, неполноценное, с запретными желаниями, с перверсиями, с болью, с запахами. Потому что то, что мы видим, черно-белую документацию, но сама акция, и как бы при этом мы как бы домысливаем, может быть, больше, чем там было, потому что акция, во время которой человек испражняется и обмазывает себя экскрементами, это акция, в которой есть не только зрелище, но есть запахи, да, например. И вот эта вся огромная вот эта телесность, которая наконец прорвалась, и телесность, которая оказалась чем-то предельно неприятным, чем-то, и вот это показать эту неприемлемость тела для современного мира и для постфашистского мира, это то, чем занимался Гюнтер Брюс, показывает этот самоанализ, мазохистскую готовность себя унижать, готовность отождествиться с тем агрессором, отождествиться с тем репрессивным по отношению к личности, как телу, институтом, которым является государство. Поэтому именно гражданин Гюнтер Брюс подвергает себя этим самым унижениям. И это было в 70-м году, он делает
последнюю свою акцию, которая была вот таким, видимо, ремейком, где действительно, где уже появляется настоящий Крот, где он на самом деле режет себя бритвой, где он обретает вот это вот тело как абсолютную неуместность, да, как абсолютный стыд. И это акция, которая, это тоже такой замечательный сюжет, это акция, которая, искусство, которое работает со стыдом. Одним из самых мучительных чувств. Да? Вот, венские акционисты работали с двумя основными, с целым большим диапазоном эмоций, большим диапазоном чувств, которые мы испытываем, это и таких полузапрещенных, это и эротизм такой странный, перверсивный, это трансгрессивный, вернее, это страх, но страх это одно из тех чувств, с которыми искусство работает с времен, там, даже страшно, вот, с первых своих образцов. Стыд, вот не чувство вины, а именно такой физический стыд, когда сквозь землю провалиться хочется. Это довольно редко исследуемое чувство в искусстве. И в основном, и вот именно с этим вот жгучим стыдом, дискомфортом, тем, что должно зрители вытолкнуть из зоны комфорта, работают и работали очень радикально венские акционисты. Но работали до какого-то предела. Вот эта акция 70-х годов, которую делает Гюнтер Брюснайн, была акцией, на которой вся эта история себя исчерпала. Он дошел до предела тела. Живопись обрела тело, это тело показало всю свою неуместность, всю постыдность обладания этим телом, всю репрессированность этого тела, после чего, собственно говоря, можно было вернуться пойти дальше. И он возвращается, собственно говоря, к тому, с чего он начинал, он возвращается к графике. При этом он считал, что он не любил свет, да, как вы видели, все эти, кроме одной акции, почти вся документация принципиально черно-белая. Краски, которые он использует, это белые и черные, он себя не раскрашивает красной краской, похожей на кровь, наоборот, это белые и черные краски. И потом это, как бы он считал, что цвет это то, что в искусстве будущего будет бессмысленно, и что бессмысленно в искусстве будущего будет, что изжила себя живопись как таковая. Человек, который начинал с того, что он расширял пространство живописи, выплескивал ее сначала на стены, холста, потом на тело, считал, что живопись должна перестать быть вот таким как плоским холстом, должна вернуться к своим основаниям, должна к своим первоистокам, должна вернуться на стены, на объекты, на тело, да, откуда собственно, когда-то сошла живопись. Он почти не занимается живописью, он уже занимается графикой, и занимается графикой с текстами, он делает книги художника. И первая книга, которую он делает, которая называется «Ирвиш», по-моему, это переводится как «Блуждающий огонек» с немецкого. Это книга, которая является, собственно говоря, продолжением его перформанса. Обложка книги «Блуждающий огонек» Гюнтера Брусса. Это черно-белый рисунок, на котором изображен угол тюремной камеры. Вдоль дальней стены, на небольшом от нее расстоянии, на середине высоты комнаты, протянута перекладина. В центре рисунка схематично изображен обнаженный человек, который перевалился через эту перекладину. Ногами и руками он упирается в пол, голова опущена вниз. Он стоит на белой квадратной подстилке, прямо под ним стоит таз. Слева на перекладине висит полотенце. Поверх изображения наложена надпись на немецком, которую можно перевести как «блуждающий огонек». Надпись выполнена большими желтыми латинскими буквами. Сверху, более мелкими светлыми буквами, написано «Гюнтер Брусс». Это зарисованные перформансы, которые отчасти, которые он мог бы сделать, но которые он считает, что дальше делать бессмысленно. Это проекты перформанса, как бы, это некая странная полуоккультная, полуфантастическая образный ряд, который предполагает вот эти самые перформансы, которые уже бессмысленно делать как перформансы. Их интереснее оставить как проекты с текстами. А сам Брюс говорил, что он, собственно говоря, никак, и другая его живопись, это вполне явные отсылки к его же акциям, которые остаются теперь, собственно говоря, графикой. Графикой с очень хорошо понятной генеалогией. Что он никогда не отрицал, что да, это венский акционизм, это наследие австрийского искусства, это наследие австрийского экспрессионизма, это наследие символизма. И вот эти все как бы культурные корни, они в его графике начинают абсолютно проявляться, что это абсолютно внутри некой культуры, внутри традиции существующее искусство, но существующее только вместе с текстом. Он считал, что, как бы, что собственно говоря,
картинки без текста бессмысленны, что не считает необходимым этим заниматься, что это трата времени, что это трата сил, потому что всегда есть параллельный процесс, что надо, нельзя просто рисовать, надо отвлекаться от рисования, чтобы писать, надо отвлекаться от письма, чтобы рисовать. И только вот это постоянное переключение сознания, оно как бы не дает, позволяет избегать страха белого листа. Поэтому вот этого самого белого листа, белого холста, вот этой белизны, с которой он, собственно, с тоже самых своих первых акций, с первых своих перформансов работал, как ее запятнать. И появляется сюжет, появляются, собственно говоря, те же самые исследования, метаморфоз, трансформации, мутации, которыми он занимался в перформансе, страхов, да, вот большой страх на земле, но абсолютно как бы спокойно, комфортно существующие в живописном пространстве. Черно-белый рисунок Гюнтера Брусса для книги «Ночной квартет». Белый вертикально ориентированный лист. На белом фоне в черной рамке расположены четыре черные фигуры. В центре листа на белом фоне надпись на немецком языке «Ночной квартет». В левом верхнем углу женская фигура с длинными волосами. Видна только верхняя половина ее туловища. Создается впечатление, что девушка летит по направлению к надписи. Ее волосы развиваются, как если бы снизу на нее дул ветер. В правом верхнем углу изображение уродливой головы с острыми поросячьими ушами и черным лицом. В нижнем левом углу расположен темный цветок или лист. Из правого нижнего угла рисунка вырастает фигура черной птицы. По рисунку хаотично разбросано несколько мелких цветков. Появляются книги художника, появляется вот эта вся очень, очень опять-таки, изысканная эстетская, вписанная в культуру, почти старомодная для 70-х, 80-х годов графика, такая ретро. При том, что сам говорит, что на самом деле я все время занимаюсь акционизмом по-прежнему, но просто дело в том, что этап, на котором я репрезентирую свою работу, другой. Это только как бы, когда-то я репрезентировала акции, теперь я репрезентирую вот это, эти рисунки, да, которые могут читаться и как предыдущий этап по отношению к акции, как эскизы, которые он делал, и как следующая, то есть документация, это подвешенность, да, но при этом само это действие как бы всегда предполагается, и действие, сюжет, который, извините, заедает эту самую... Ну, собственно говоря, вот это такой вариант то ли эскизов, то ли документации акций. Акции, которые носят фантазматический характер, которые совершенно происходят в сознании художника, причем именно в сознании, а не в бессознательном. При всем том, что, конечно, главным австрийским изобретением, породившим, сделавшим возможным в том числе и... Венский акционизм был психоанализ. А здесь речь не идет о бессознательном, хотя там, как Брюс к нему не отсылал, что это бессознательно, что настоящее искусство возможно создавать только в состоянии бреда, а все остальное это лишь реставрация памятника. Но, собственно говоря, он занимается это на 70-х годов и по наши дни, он занимается вот этой самой реставрацией памятников, искусством очень осознанным, очень холодным и очень рассудочным, потому что именно вот в этом рассудочном состоянии возможно продолжать выстраивать и развивать вот эту самую фантазматическую машинерию исследования тела, исследования действий, которые выходят за пределы тех действий, которые возможно совершить уже не за пределы живописи, то есть сначала как бы акция возникает как возможность выйти за пределы живописи, а графика возникает как возможность выйти за пределы акции, еще дальше расширить это поле возможного и невозможного, что он и делает. И вполне закономерно, что одна из серий, которые появляются в его искусстве, это иллюстрации к «Венере в мехах» Захира Мазоха, опять-таки знаменитого представителя австрийской культуры, с темами, собственно, мазохизма, наслаждение через боль, возможность почувствовать себя живым через боль, которые Гюнтер Брюс и венские акционисты совершенно очевидным образом исследовали в своем творчестве. Вот еще один такой омаж первоисточнику, омаж культурному наследию, которое с ним связано.